«Служить Родине и закону» – именно эти слова лучше всего характеризуют суть работы сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сегодня новобранцы УФСИН по Самарской области приняли присягу на верность Отечеству в присутствии близких, родных и почетных гостей. Торжественная церемония прошла у мемориального комплекса памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Я надеюсь на то, что это будет достойное пополнение уголовно-исполнительной системы, и они покажут себя только с хорошей стороны. Само мероприятие, которое сейчас как бы проходит, это, конечно, торжественный момент. Текст присяги как бы вызывает достаточно такие волнительные чувства и эмоции. Среди новоиспеченных сотрудников оказалось немало женщин, которые наравне с мужчинами исполняют свои обязанности. Одна из них – Анастасия Манжосова. Девушка имеет музыкальное образование, но решила связать свою жизнь со ФСИН. Прапорщик внутренней службы признается, работа в рядах уголовно-исполнительной системы отличается высокой стабильностью и приносит ей удовольствие. Перед началом торжественной церемонии девушка сильно волновалась, но все же смогла совладать со своими эмоциями. Было невероятно волнительно, очень-очень волнительно. Еще и погода, очень было страшно, но мы выдержали, выстояли и надеюсь, что будем нести ответственную службу. После принятия присяги артисты сделали молодым сотрудникам музыкальный подарок. Силовики приняли поздравления от друзей, родственников, представителей духовенства и опытных коллег. Новобранцы, которые пополнили ряды ФСИН, будут нести службу на родине, в Самарской области. Их распределят в отделы охраны, безопасности, жилищно-коммунального обеспечения и социального учета. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.